В Лямберском районе уроженец Узбекистана пытался подкупить сотрудника полиции, но старался не для себя, а для своих земляков. 9 сентября в ходе проводимых оперативно-профилактических мероприятий инспектором ДПС на 178-м километре автодороги Нижний Новгород-Пенза-Саратов на посту ДПС в селе Лямберь был установлен автомобиль Toyota Alphard. За рулем транспортного средства находился 28-летний гражданин Узбекистана. В салоне в качестве пассажиров следовали также два его соотечественника. У водителя никаких проблем с пребыванием на территории России и с правом управления машиной не было. Зато большие проблемы были у пассажиров, которые в России находились нелегально. Мужчины следовали через Мордовию транзитом из Московской области в сторону Казахстана. При этом пассажиры 1981 и 1977 годов рождения нарушили режим пребывания в Российской Федерации. Закрыть на ней глаза как раз и просил 28-летний водитель, вложив в свой узбекский паспорт 1000 рублей. В отдел не надо? Да. Ну, за это предусмотрена уголовная ответственность. Вы знаете? Кто один раз помогать? Ну, понимаете, за это предусмотрена уголовная ответственность. Это называется дача взятки должностному лицу. Вы знаете об этом? Теперь проблемы с законом в России не только у соотечественников, но и у самого водителя. В полиции по факту покушения на мелкое взяточничество проводится проверка, по результатам которой, вероятно, заведут уголовное дело. В отношении двух уроженцев Узбекистана составлены административные протоколы по части 1.1 статьи 18.8 КОАП Российской Федерации «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства режима пребывания, проживания в Российской Федерации, выразившееся в уклонении от выезда из Российской Федерации по истечении определенного срока пребывания». По результатам рассмотрения административных дел судом им назначено наказание в виде штрафа в размере 2000 рублей каждому с административным выдворением за пределы Российской Федерации. Анастасия Семушева, программа «Происшествия».